В Сочи вместе со всем регионом 3 июня с аналогового переходит на цифровое вещание. Жителям края будут доступны 20 федеральных каналов в высоком качестве. Для просмотра цифрового телевидения нужен либо телевизор, выпущенный после 2013 года, либо приставка. Кому из сочинцев ее нужно приобрести и кто ее должен помочь настроить, обсуждали на совещании с главами сельских округов. При приобретении приставки важно обращать внимание, в местах продаж, будь это магазин или Почта России, чтобы приставка была полного функционала, которая позволяет смотреть как цифровые каналы федеральные, так и аналоговые, в которых, которые, собственно говоря, тоже будут доступны. Все краевые и местные телеканалы вещают в аналоге и будут продолжать вещать. Во всех торговых сетях, которые подписали меморандум, в обязательном порядке будут приставки по 990 рублей. Причем к этому же меморандуму присоединилась и Почта России, и во всех почтовых отделениях в сельской местности, где продаются телевизионные приставки, они тоже должны продаваться по 990 рублей. В Сочи 51 населенный пункт со сложным горным рельефом. Села находятся вне зоны цифровой трансляции. Здесь для просмотра телеканалов жителям нужно установить спутниковое оборудование. Впрочем, у 90% жителей горных сел уже стоят спутниковые тарелки. Остальные смогут приобрести оборудование по льготной цене. Спутниковые операторы теперь по закону обязаны людям, которые зарегистрированы вне зоны гарантированного цифрового эфирного вещания, предоставлять комплекты спутникового оборудования без взимания абонентской платы за их дальнейшее пользование. То есть человек просто покупает комплект, тарелку, ресивер и подключает его к телевизору, и дальше никакую абонентскую плату при условии 20 каналов с него не взимается. Ну а пакеты каналов свыше 20 федеральных сочинцы должны будут приобретать уже на общих условиях. Важно отметить, что для малоимущих сочинцев предусмотрены социальные выплаты. Они получат от региона компенсацию полной стоимости спутникового оборудования или приставки. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.